отказалась. Вам уже нужно ехать, звонят, ну едь. Не, я... Смотрите, я на видео не буду показывать. Ну все, хорошо, не показывай, хорошо. Не показывай. Я так не могу. Ты отказывайся. Нет. Ты отказывайся. Нет. Ты отказывайся. Нет. Отказывайся. Ты отказывайся. Любым удобным способом. А то, что ты столько что сделал. Что я сделал? Фиксировал на свой мобильный телефон, чем тебе запрещено 10.26. Это будет уже отдельная жалоба написана. И мы будем вноситься в ЕРДР, потому что ты перегнул палку. Я еще дам видео, которое выйдет в мою сторону угрозы. Давай, хочешь так, будем так. Ты на меня, я на тебя. Вы не угрожаете, или что? В рамках закона, дядя. Где вы видите дядя? Дядя, вот. Мусорила, дядя. Дядя Мусорила. Может, дядя Водос? Я не Водос. А кто? Я не Водос. А кто вы? Я Сергей. Чего ты взял, что я Водос? Чего ты взял, что я Водос? Видел вас. Неоднократно. Я тебя не видел. Я тебе не знаю, кто ты документы такой. Документы ваши видел, показывали. Ради. Я тебе показывал? Конечно. А ну, номер паспорта какой? Да зачем мне паспорт? Запоминать, что ли? Делать нечего. Так а как? Я могу тебе показывать. Показывал, подходил, говорил, да, составил на меня протокол. Я говорю, не за что составлять. В прошлый раз это же было. Прошлое видео, когда вы записывали. Ебать, я паранойя, чувак. Вот так вот паспорт вынес, составляет. Не, братан, у меня паспорта нету. Да? Ну, я не знаю, что мне показалось, что был паспорт. Ну, тебя паранойя. Тебя ну, паранойя так, что просто. Вы будете ознакомливаться? Да, давай. Ну, без да. видео. Я буду ознакомливаться. Я так понимаю, уже звонят, спешите, а тут получается, не получилось. Вообще, я сбросил, не переживай. Я не переживаю. Там звонили кто-то, звоните, я ж не против. Мне напарника твоего жалко. Вот реально вот его жалко. Ну он же пришел в полицию работать. А тут да и ты пришел в полицию работать. А в полиции приходится сталкиваться с такими, как вы. Вот ну и все. Ну что ж такого страшного нет. О, братуха, вот это ты вообще как кадр именно вообще прикольный получился. Вышел с машины, фотнул автомобиль. Кто сказал, что я фотнул? Ну все. Я же говорю, о. Алло, ей хоть платят? О, это, наверное, по вашу душу. Да по вашу, вы же вызывали. Ну я вызывал. Мусор, покажи мне посвечник. Мусор, покажи мне посвечник. Я не знаю, кто он, я полицейский. Мусор, покажи мне посвечник. Мусор, покажи мне посвечник. Не понимаете, что я полицейский, да? Я не пойму, кто ты. Он говорит, или я не пойму, кто ты. Клоун, кто ты? Кто ты такой? Добрый день. Здравствуйте. Служба ваша посвящена, можно? Приходченко Вадим Николаевич. Все, спасибо. Не хочу показывать. Можно. Не хотелку свою оставишь дома. Покажи, Радюша, жалко. Кудинов Андрей Алексеевич. Здравствуйте. Привет, Алексей. Не, к этому экземпляру лучше. Пусть он тебе покажет службу. Могу показать не на видео. А почему не на видео? А что, ну, причина или не что? Сейчас напишем заявление, потому что была угроза с этого вот неизвестного. Я не понимаю. Вам, да, конечно, было. Я ему сказал, что я журналист. Я покажу вам. Да, покажите свое удостоверение. Почему не на видео? Ну, где написано? Ну, он показал на видео, а вы не можете. Ну, я не хочу. Не хотелку свою в лесу оставить. Да, там покажете свое. Я не хочу. Как вы не хотите? Будьте знакомиться. Да, показывайте. Ну, не на видео. Удостоверение. Саня, на видео не будет. Саня, а почему Саня, вот так вот и держи вот так вот телефон. Инспектор хочет показать, а вы не хотите. Вы что, особенный или что? Вы особенный? Вы особенный? Вадим Николаевич напишет. Я не кричу, я говорю, я кричу вообще по-другому. Хорошо. Вот на видео не покажу. Ты что, твердолобый или что? Я же не знаю. Ты на закон ложил? Я закон выполнил. Где? Покажи, никто еще. Смотри, выполнил, вот полицейский. Почему? Если тебя паранойя, что тебя заказали, меня пооплатили, ты что, больной? Вот это тебя паранойя так параноит. Ядрить, матрить. Ты мне 100 лет не нужен, я просто хочу, чтобы ты выполнил. Если 100 лет не нужен, едьте дальше, да и все. Послушай, а ты только что...
Не буду я показывать. Он почему? Прошлый раз выложил мое удостоверение в интернет. Там что, твои личные были данные? Да. Ты есть у тебя подтверждение, то, что я это выклал? Есть подтверждение, то, что я выложил твои там персональные данные или что там? Есть подтверждение? Ну, если были подтверждения, я бы... Так, а что ты тогда языком про какой ты 378-й говоришь, дядя? Шо-шо? Шо? Что? 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 Мусор, показывай мне службовую посвечение. Только на без видео. Покажите мне без видео. Посмотри. Это ничего не сыграет, я тебе могу сразу сказать. Все, девушка увидела, все, она увидела. Смирнов Алексей. Ну надо ж увидеть, что это Смирнов. Удостоверение до какого числа? 25-го. Ты будешь показывать? Я говорю, на видео нет. Будешь. Ну, будем стоять, они есть, будут норму стоять. Норму закона я выполнил, просто это у вас... Кому? Девушке, ты, конечно. Предвзятое отношение. Она тоже гражданин Украины. Гражданин Украины? Конечно. Видите? Откуда ты знаешь, кто девушка она? Говорит. Ну, она азербайджанка, я люблю азербайджанок. Ну, я ж не знаю, вот видите. Выполни закон о полиции, 18-ю статью. Пожалуйста, выполните. Опустите камеру, нет. Я вам покажу. Нет, ну, у меня есть подозрение, у вас фальшивое службовое посвящение. Можете написать заявление, его проверить. Я все сейчас сделаю. Хорошо. Выполни закон о полиции. Я выполнил уже. Скажи, пожалуйста, кто у вас сегодня ответственный? Ответственный по чем? Ну, по райотделу, кто вдруг что-то у вас происходит, они... Кто ответственный по вам? Я не готов, когда я там меняю сумку. Угу. Ладно, ладно, через 102 еще сейчас сделаем. Показы службового посвящения. Я ж показывал уже. И мы не видели. Ну, на видео не дам снимать. Почему? Где не прописано. Не прописано? Это ты насколько параноишь, представь, где-то кому-то помощь нужна, а ты стоишь, не буду, так буду. Вот вы задерживаете, вы считаете, вы говорите, что вы гражданам помогаете, а на самом деле вы мешаете гражданам. Я мешаю? Ну да. Я мешаю? Да, мешаю. Можешь вызвать следственную оперативную группу? Не мне, гражданам мешать. Если бы люди обратились с заявлением, я бы предпринял какие-то меры. Пока заявления нету, значит... Да даже если бы что-то было, да. Ты бы ничего не смог бы предпринять, ну, потому что так твоя клемка еще до этого не дотягивает. Это как вам кажется, ваше субъективное мнение. Показывай свои посвечения. Че ж мы вам должны показывать свои посвечения? Да прикинь, мне... он только что... Не на видео. Я тебе скажу, я... Слушай, я еду такой, вижу, они остановили автомобиль. Естественно, думаю, подожду, что будет дальше происходить. Это он, кабанчики. Да. Это ж кабанчики. Да. Выписал, прикинь, человеку 500 рублей за ремень, который снимали сзади. О. Ну да, это адекватно. Ну я тебе просто говорю, будет шоу. Вот я тебе просто говорю, будет шоу. Я ж не против. Шоу, ну будет. Вот я тебе хорошо говорю. А виноват будешь ты. И тебе поверь, и тебе это коллеги скажут. Хорошо. Тебе в лицо скажут коллеги. За твой принцип. За твой принцип. У меня принципа нету. У меня просто есть норма закона, которую я придерживаюсь. Говорили, что принципиально, а теперь нет. У меня принцип. Где я тебе такое говорю? Говорил на видео, прокрути. Покажи мне. Она, прокрутите на покажи видео. Мне. На видео. Ты много языком трепишь. Факта у тебя нету, а у меня есть. Мне не нужно. Счастье у меня есть. Ну, хорошо. Кто ты и что ты? Хорошо. Ну, ты недостоин, ты недостоин быть полицейским. Да. Ты не полицейский. Это не вам решать. Ты просто мусор. Это не вам решать. Поверь, ты просто не мусор. Ты не просто мусор, ты просто мусорила. Не вам это решать. Чистый именно черт. Вы сказали? Да я буду дальше стоять, я не буду стоять. А попробуют уехать, будет написано заявление. Тупишите. Вот ты потом поулыбаешься. Хорошо. Послушай, в Чугуеве уже поулыбался один. Вот я тебе говорю. Вот теперь, если ты говоришь, что я тебя преследовал, там следил за тобой, что-то еще делал, я теперь буду с тобой на службу заступать. Заступай, понимаешь? Заступай. И хер ты кому выпишешь постановление. Заступай. Поверь. Заступай. Хер ты кому выпишешь постановление. Заступай. Показал, и мы разъехались. Ребят, никто не будет спешите, держать. Уезжайте, я ж не против. Ты не спешишь, да, служить народу? У тебя, да, ты простоял до 8, смену сдал, все, да? Мусор, покажи мне службовое посвящение.
Покажи мне службовую... Пожалуйста, покажите, пожалуйста. На видео не буду показывать. Держите в поле зору, як зробили ці поліцейські. Гарні поліцейські. Хорошо. Мені цікаво. Що ти мені показуєш? Що ти мені показуєш? Що ти мені показуєш? Що ти мені показуєш? Дай я ознакомлюсь. Ознакомлюсь. Без лишніх предметів. Витягни його з цієї кожаної херні. И вот так вот держи. Просто вот так держи. Просто держи. Подожди, не дергай. Смирнов Олександр Євгеній, інспектор СРПП. 2-0. Подожди, но я не могу прочитать. 2-0, оно мне увеличивает. 2-0-82-939. Где нагрудный знак? А теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, почему вы отказывались предъявлять службу? Вы вот только что вы предъявили. А что такое? Ты что, обосрался или что? Подожди, ты ж такой принципиальный. Что ты ее показал? Ты ж не показывал, ты ж отказывался, мусор. Ты ж отказывался. Ты именно подлый трус, понял? Чистый трус. Друзья, в общем, смотрите, какая ситуация. Я потратил, грубо говоря, около 2 часов для того, чтобы вот этот вот полицейский, который спрятался только что в машине, пострадал его коллега, и приехали ребята, которые тоже пострадали от того, что некоторый мусор не захотел показывать посвечение. Плюс были угрозы в мою сторону, что он меня встретит где-то. Братан, меня, короче, тут обидели. Не, это нормальные ребята, они по 102 приехали. Пойдем, может, ты поговоришь там. Пусть видео, на видео тебе покажет посвечение. Не, он с правой стороны, брат. Он закрылся, он не выходит. Может, ты его вспомнишь даже. Наши ночные похождения с тобой. Короче, угрожал мне, понял? Да. Говорит... А, он взял, еще вышел с машины, сфотографировал таз мой, понял? Спроси... Взял, сфотографировал? Да, просто так. Я теперь переживаю, чтоб это... Сейчас. Ну, подожди, ну... Теперь другой человек. Просто у меня тоже старшие есть, понимаешь? Что он тебе говорит? Это какое-то разрешение? Что вам запрещено разговаривать, сидя в автомобиле? Выйди с машины. Там не все равно, куда вы собирались, я к тебе обратился. Это он, по-моему, да. Да, он. Один адекватный был. Вот, адекватный, вот. Вы ко мне обращаетесь, вы ко мне обратитесь, говорите. По сути, по происходящему с молодым человеком, что у вас произошло? Ничего у меня не произошло. Вы обзывали его как? Ничего. Называли как? Да все видео есть. Ты лежишь видео. Вы в курсе? Я в курсе. Говорите, что нужно делать, нам не говорите. Нет. Как минимум сразу извиниться перед ним. За что? За ваше Я нормально себя вел. Это ваше субъективное, никому Хорошо, не интересно. Хорошо, ваше субъективное. Я вам сразу говорю, берете извиняюсь? Я не буду извиняться. Почему? Не за что извиняться. Ну как это не за что? Ну вы обидели мальчика. Я не фактически, ну, намного, скажите, намного младше вас. Намного я вас не задерживаю. Так говорите, что пусть мы... представятся, ты же не знаешь. А, давайте с вами вам, поближе. Вам да. представятся. На Хорошо. Камеру. У вас жетона нет? Хорошо. Есть жетон. Да. Где он? Под барсеткой. Под барсеткой? На фарт или что? Мы же уже разговаривали по поводу камеры, да? Смирнов Александр Евгеньевич, инспектор СРПП. А что ты так показываешь? Что ты так показываешь? Ты 2 часа не показывал. Послушай, человек может меняться. Человек может сесть за руль. Сядь за руль. Я говорю, поехали. Что ты ему угрожаешь? Я ну куда поехали? У нас есть конфликтная ситуация. Конфликтной ситуации нет. Я вам показал. Что еще? А что ты показал? Ну, вот есть человек, который... ты мне угрожал, понимаешь? Угрожал. Ты мне угрожал. Заявление. Да я напишу угрожал. Заявление. Хорошо. В рамках закона так это будет произведено, на, понимаешь? На месте по преступлению. Зачем ты мою машину фотографировал? Если вопрос. Машину нахера ты фотографировал? Для личных... Машину фотографировал зачем?
Вышел, короче, с машины, понял, перефоткал ее и бежит в машину садиться. Если вы согласны с тем, чтобы он написал заявление по поводу вас, по поводу угроз, так давайте вы будете оставаться на месте преступления и будем вызывать следственный оператив. Зачем? Ну куда, как вы можете, ну я с вами, ты не закончил общение, я с вами нормально разговариваю. А что ты переобулся так быстро? Так что, так при чем тут это, что вы мне представились? Ты знаешь, как ты своего напарника подставляешь, как других коллег подставляешь? Зачем вы это делаете? Давайте все делать по букве закона, без всяких... Вот, правильно. Вот вы говорите точно так же. Он так вызвал наряд писать заявление, пусть пишет. Так он напишет заявление. Мы сейчас вызовем следственно-оперативную. Вы следственно-оперативная группа? Нет. Так это не следственно-оперативная группа. Нам же следственно-оперативная группа, понимаете? Вы участник данного конфликта. Так куда вы собираетесь уходить, я вот не могу понять. Нагрубили, нахамили, угрожали. Он теперь спать не будет, понимаете? Ну, грубил или нет? Конечно. Он никогда не обманывал. Зачем фотографировал ты мою машину? Скажи, пожалуйста. Не фотографируйте, пожалуйста, его машину. Неужели это сложно? Блин, ну нормально разговариваем. Ну что вы? Друзья, ну вот как-то так приехал мой коллега. И вы видели, как он быстро переобулся. Поэтому... Как-то так, вы знаете, что делать, ставим лайки, подписываемся на канал, ну а мы погнали дальше.